ожирение. Да, я на настрою. Можно читать Тасу снова, Ай, а как и сурати меня с отцом? Ай? Фондат, золи, ты пивали картули рестораны, он говорит, что проводит меня там мой джамма Тауида, а ты яхле гундода. Тауида, он говорит, что ты про картули гундода, да нам дуй. Он что та есть эти цуэли мивицкой були, да, армадгена еще библиотека вши, да, рецепты вши, сопли вши, но какой дзебна, и скердзеб. Да, мы решим творить шалфы за цаоедит интерьеристу сирацею саидлата, и читаем его цаоедит, чем творить агмут цигус. Да, если хелсац гава колет, майнц картули еда, нахот райали метки, да. Мы не нахот гава цанит, да, идея с макетен да губа дару, ам цигнис меходи чекут на, тели концепция, да, ресторан, да, ну, холд барбаре с хазит, да, арана ирис хвала име, тундац картули ан европулис дамате барбаре. Я не знаю, период был, но... Я не знаю, что я не знаю. Сезон зацулит меню. Стаки на гаундинаре, суахали у нас галакетот, ахали у нас шепнат, да залиан ртулия, залиан гуичер, семиторо, агац ингредиенты биарарис, агаца залиан мартевия, да. Амитом хшират арис холмеро, чуэн соус эрти рецепти дан вигебт, он тигиве, ам калбатон из гаршему, вот, ам цигни из гаршему триалеп, соус эрти хридан вигебт, Квадрезы сейчас техника смеорес, да, а сейчас мы где? Ирта тводжаме в танкулаперс, он клиану башира, тахалик и гамодис, маграм, гамодис абсолютно хвела, ам халбатонис рецепти, да, хой соусит смесия, квад хорси сейчас техника, да, квад гарнирец, убрал тут квадрез крал тирта, да, если гуицев срагат сервис, а сейчас Мокареба, амкола, пискола, ингредиенты, везде, амкола, гемор, везде. Атхонда, дзанар, тулия, шемдега, амкемос, михеба, имхасиатис, раткват, титон, амкцигиншия, да, амкалбатон, амкчаде, булида, амкола, пискада, моцена, дзанар, тулия, амкердзе, висмешо. Да, тумцара, гацевс, черджирови, тумклаудевит. Изначально нам этот ресторан отрекомендовали как ресторан с такой очень аутентичной грузинской кухней и винами, и он на 100% оправдал наши ожидания. Нужно сказать, что однозначно рецептура тех блюд, которые здесь готовятся, она чем-то особенна, потому что это совершенно необычный вкус, необычные сочетания. Ყველაფერი აბსოლუტურად სხვა პეცით დამზადებული და სხვა ხიბლით, იცით? Აი, მაგალითად, რაღაცა შინდის შეჭამანდი, სრულიად
გასაოგნებელი წმიანი. Მე რაღაც ღვინოში გაკეთებული ხორცინო, ხა ესეთი რაღაცები ევროპაშიც არსებობს, მაგრამ აი ეს ქართული რაღაცა ნიუანსები აქვს ისეთი, რომელიც არის გადასარჩევი.